Дети героев, отдавших жизнь за территориальную целостность Азербайджана, присоединились к военно-патриотическому социальному проекту «Привет солдату», реализуемому Государственным комитетом по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана при поддержке фонда Гейдара Алиева и Министерства обороны. Это Мухаммед, сын военнослужащего сверхрочника Эльшада Мамедова, героически погибшего во время армянской провокации, совершенной в направлении Тавузского района 12 июля этого года. Дети погибших в боях в Тавузском направлении героев генерал-майора Полда Гашимова и полковника Ильгара Мирзаева также приняли участие в проекте «Привет солдату». Проект «Привет солдату» реализуется с начала этого года. Участники делают фото с воинским приветствием и делятся им в своих аккаунтах в социальных сетях. Число присоединившихся к проекту людей уже превысило 100 тысяч.